Всем привет! Закончил я свою коробочку Arduino Mega, телеграфный ключ K3NG. Манипулятор можно подключить, клавиатуру можно включить, либо верхними кнопками можно пользоваться. Вот, включаем, загружается, все готово к работе. Можно работать с манипулятора. Либо можно с клавиатурой кнопочки нажимать. Либо можно готовую фразу с клавиатурой. Можно перерывать. Либо можно готовую фразу здесь на кнопочке. Клавиатура отсоединяется. Можно работать без клавиатуры. Тогда просто кнопочками нажимаем. Здесь скорость регулируется. Что-то как-то медленно. Либо с клавиатурой. Либо тут еще можно есть команды Ctrl-T. Вот несущую, например, для настройки усилителя. Ну, тут, короче, много всяких функций.